На празднование 20-летия Солнечногорского центра социального обслуживания были приглашены члены попечительского совета, представители районной администрации, совета депутатов и Министерства социальной защиты населения Московской области. На протяжении многих лет сотрудники трудились душой и сердцем, создавая и развивая родной центр. Повседневный труд ваших работников – это яркий пример верности своей профессии, любви и беззаветного служения людям. По случаю юбилея ЦСУ многим социальным работникам вручили почетные грамоты от главы Солнечногорского района и Министерства социальной защиты населения и благодарственные письма от Московской областной думы. За добросовестный труд в системе социальной защиты населения Московской области и в связи с 20-летием юбилеем учреждения почетной грамоты Министерства социальной защиты населения Московской области награждаются Буянова Татьяна Ивановна, социальный работник отделения социального обслуживания дому номер 6. В адрес виновников торжества звучали самые теплые и добрые слова. Это и призвание делать добро, раз вы работаете здесь, в этом центре, помогаете людям, которым действительно нужна ваша поддержка, помощь, сочувствие, понимание. И в вашем сердце есть место вот оказания этой помощи. Сегодня я с гордостью хочу сказать, что наш центр является одним из лучших в Московской области. И в этом заслуга ваша, дорогие мои. Сегодня в центре трудятся более 300 первоклассных специалистов. У Ванюши кулеша, нету денег ни гроша. Поскольку 20-летний юбилей Центра социального обслуживания совпал с Масленицей и завершением Олимпийских игр, в программу праздника была включена спартакиада с лыжными гонками, стрельбой, дартсом и перетягиванием каната. На открытие спартакиады прилетел один из символов Олимпиады в Сочи – «Зайка». У него был настоящий олимпийский факел, с которым наш земляк Михаил Молев принял участие в эстафете «Олимпийского огня». Профессия социального работника несколько веков. Известно, что в Москве в 1600 году действовало три богадельни. Во все времена представителей социальной сферы связывало одно – неравнодушие и умение вовремя прийти на помощь нуждающимся. В нашей работе самое главное – доброта, терпение, человеколюбие. Потому что без этих качеств, без основных качеств, которые должны быть присущи людям, помогать людям невозможно. Потому что клиенты у нас достаточно возрастные люди, к ним нужен особый подход, каждому свой, каждому особенный. Мы – это целая армия солнечногорцев, людей, которые творят добро своими руками. 20 лет служения людям. Спасибо, дорогие, каждому из вас за верность профессии, за ваше добро. За верность нашему центру. С праздником вас, дорогие коллеги! С юбилеем! Ура! Долго-долго нам еще встречать свою юбилейные даты. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».